Не так давно мы уже рассказывали о муниципальном этапе традиционных краевых соревнований «Спорт против наркотиков», в которых одержали победу команды из 29-й школы и 4-го лицея. Они защищали честь Славянского района на зональном этапе соревнований. Цели этих престижных игр благородные – пропаганда здорового образа жизни, повышение уровня физической, нравственной и духовной культуры молодежи. В Центр спортивной подготовки олимпиец приехали представители 5 городов и районов 2 возрастных групп, чтобы выяснить, кто станет лидером. В соревнованиях участвовали команды из Краснодара и Анапы, а также из Красноармейского, Темрюкского и Славянского районов. После торжественного открытия, во время которого перед участниками состязаний выступили воспитанницы отделения спортивной гимнастики 1-й детско-юношеской спортивной школы, начались соревнования в 2 видах – дартсе и прыжках через скакалку. Славянские спортсмены хорошо подготовились и, надеясь на успех, были настроены очень решительно. Мы готовились к этим соревнованиям, готовились прыгать на этой скакалке. Самое главное – быть сплоченными, слушать друг друга, не нервничать, не волноваться, и тогда все получится. Мне очень нравится заниматься спортом, особенно крутить скакалку. Это, конечно, большой труд, но мы стараемся к наилучшему результату и с радостью принимаем участие в таких соревнованиях. В нашем городе созданы отличные условия для проведения таких серьезных соревнований. Есть и подготовленные судьи, которые обеспечивают высокое качество судейства. С радостью проводим все соревнования, как бы судьи квалифицированные. Жалоб пока еще нет. Мы пропагандируем здоровый образ жизни, как бы детям доносим, да, то, что нужно заниматься спортом. Уже на первом этапе в прыжках со скакалкой, а затем и в дартсе, юные славянцы, действуя четко и слаженно, сделали серьезную заявку на победу. Затем они, уверенно выступив в эстафете, завоевали 1-е место в 2 возрастных категориях. Радостные эмоции переполняли спортсменов, получивших золотые медали победителей зонального этапа соревнований. Мы очень стремились к победе и готовились усердно, поэтому мы заняли 1-е место. Мы очень будем готовиться к финалу. Мы очень рады, у нас дружная команда, мы будем стремиться всегда вперед. Теперь славянские команды выступят в финале соревнований «Спорт против наркотиков». Пожелаем успеха нашим спортсменам. Андрей Вишневский, Игорь Ванчугов, Георгий Калинин. Программа «События».